Привет! Ну что ж, сегодня, по-моему, 8-й день марафона моего съемочного периода. Я без сна уже практически 7-8 дней. Что это было? 5 там было, да? 5 там и 2 дней. А, 7 дней. Сплю вообще там по 3-4 часа. Ну, так вот повелось у меня. Не могу я лечь раньше, чем в 2-3. А вставать в 7. Вот. И в течение дня я делаю микродоз мух. И обратил на такую вещь внимание. Осанка. Вот я говорил, что помимо того, что состояние совершенно кайфовое, это, наверное, не совсем микродоз, чуть-чуть больше. Но мне неинтересно вот, не ощущать. Потому что микродоз считается, что ты вообще ничего не должен чувствовать. А типа там как-то, ну, это не с мухоморами. Все-таки мухоморы нужно чувствовать. И вот когда происходит... Когда происходит вот эта сцепочка, спаечка, я ее называю. Кстати, без ситера в первый раз это не почувствовать, не понять. Еще раз объясняю. Поднимите, пожалуйста. Возникает такое состояние, еле уловимое. Почему многие пишут, что вообще ничего не чувствуют? О, съел там 7 грамм, съел 8, ничего не чувствует. Потому что вы все равно задерживаетесь вот в этом эмпирическом состоянии. Вы пытаетесь идентифицировать вот то состояние, которое вам дает муха, с каким-то вашим там ощущением обычного жизни. Например, какой-то прилив сил там или еще что-то. Ну, даже еле-еле уловимый. Но это такая зацепочка маленькая. Если ее ухватить и потянуть, как за ниточку, вот этот клубок ощущения, он начинает распутываться. И вот тут очень важно, чтобы кто-то вам указал на эту вещь. Ну, тот, кто уже давно этим занимается, микродозингом, тот, кто уже почувствовал это ощущение, это состояние поймал и его раскручивает. Потому что с этим состоянием нужно работать. Оно... Я сниму рюкзачок. Помоги мне, а то у меня ручка болит. Сидим. Что, на улице не хочется посидеть? Смотри, какая прекрасная погода. Мы сейчас из зала первый раз за 5 дней, по-моему, за 5 дней пошли в зал. Я на этом дозе микро. Ощущение, вот знаете, как вот есть такие энергетики, которые не колбасят, но немножко похожи на эфедру. Эфедра, но нет такой колбасни, а есть вот ощущение такого блаженства в теле. И ты можешь делать упражнения, доводя там по лесенке до максимума. Да, когда, ну, например, там сначала 15 килограмм, потом 10 килограмм, потом 12, потом 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Вот так вот, до изнеможения. Это такое удовольствие, такой кайф. То есть вот плюс вот эта вот умиротворенность в теле. И вот спортивные упражнения, я не знаю, с чем это сравнить, это просто пиздец. Вот. Но я вам еще раз говорю, тут есть очень важный момент, который связан с первыми ощущениями, которые вот вы ждете и никак не можете дождаться. Не можете даже... мухоморная речь. Да, есть такой момент. Слова начинают путаться. Но вот то, что я съедаю, это где-то примерно 5-7 грамм в день. Это еще не опьянение. У кого-то опьянение... Ну, вот если сому делать, то с 5 грамм вполне это опьянение приходит в течение... Ну, там это заваривание плюс мед, молоко... Оно, мне кажется, усиливает. Оно дает такое мягкое-мягкое ощущение. Вообще очень трудно сравнивать. На самом деле, вот эти сравнивания неуместны. Потому что в разный период
употребления мух, они по-разному действуют. Это все зависит от готовности сознания. Насколько ваше сознание готово сейчас обработать эту информацию, которую мухомор вам посылает. Начинает работать с вашим телом, с вашим организмом, мозгом, с позвоночником, если есть такая проблема. Я не хочу сказать, что у каждого у вас сейчас начнет выправляться осанка, но это ощущение абсолютно просто удивительное. Я никогда в своей жизни не чувствовал себя так прямо, не чувствовал свою осанку, вот не специально, да, когда ты не специально выпрямляешься, а просто вот замечаешь, что ты в течение дня вообще не сутулишься, тебя просто ноги несут. Ты как бы над землей. Ты как будто расправился, встал. Встал на ноги. Впервые, как ребенок, который ползал, и вот ты встал на ноги и пошел. У тебя так тук-тук-тук-тук-тук-тук вперед, так тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот такое ощущение. Заново рожденного. Вот. И очень трудно. Я понимаю, что я должен поделиться этой информацией, рассказать о ней. Ну, хочется помолчать, на самом деле. Хочется заткнуться, идти вот так вот. Как-то иногда какие-то слова говорить. Такая приглушенность в ушах, характерная признак. Очень похоже на каннабис, когда вот он только-только вот хоп, прихватил. Но без сушняка, как я уже говорил, без тупника, без забывания. Просто нежелание пиздеть. Нет желания. Просто хочется поделиться вот этим вот наблюдением по поводу осанки позвоночника. У меня всегда было с этим проблемы, я сутулился пиздец. Вот я сейчас, когда сутулюсь, я выгляжу как какой-то, блядь, уволень. Честно, смотрю на себя в зеркало, делаю фотографии, просто молодой мальчишка. Вот за счет просто выпрямления. Я пытался раньше выпрямляться. И палку вставлял вот так за спиной. И все время думал об этом в течение дня, старался. Мне там к концу дня спина начинала болеть. Потом просто все равно бросал это дело. А здесь как будто я понял, что вот эта сутулость – это какой-то груз мыслей, груз каких-то переживаний, дум каких-то непонятных. Вот они так оп-оп и давят, и ты вот такой весь оп, и что-то идешь, думаешь о чем-то, о какие-то проблемы, пытаешься как-то психологически скрыться, как будто вот над тобой что-то давлеет, и ты пытаешься чисто вот пластически как-то спрятаться, как страус, не знаю, в песок, да? И вот ты такой весь, ну, и вот это вот состояние типа… Но я-то сутулиться начал еще и в детстве. Там тоже вот это вот ощущение, что ты типа, ну что, типа ты какой-то такой в себе весь, скрытый типа. Смотрите, я человек-загадка такой весь. Не знаю, что-то типа этого. Я вот просто набрасываю какие-то варианты, почему это может быть. Но точно совершенно я вот ощущаю это, не то чтобы понимаю, прям ощущаю, вот когда Грит тебе говорит, вот это оно так, какими-то словами, а ты понимаешь, модельным восприятием каким-то, с таким общим пониманием всего вообще, что это давит на тебя твоя башка, она тебя, вот чем больше там мыслей, чем больше там дряни, грязи всякой, тем ты вот круглей становишься, старей. Позвоночник начинает происходит компрессия, да? Ты уменьшаешься, стареешь. Вот чем мысли нас делают старыми, наша башка. И вот сегодня я вот весь день расправлен. Я очень хотел эту роль сыграть, эту военную такую. Я каждый раз, когда играю военных, я думаю, блядь, я же должен быть выправлен. У них же выправка.
И все время об этом забываю, потому что в моем фильме я, бля, хожу в этой форме, сутулый, блядь, пиздец этого уродства. А тут я даже об этом и не задумываюсь. Я просто иногда ловлю себя на том, что что-то необычное происходит. Что я вот выпрямил. Короче, скажу, как я принимаю. Это очень важный момент. Не сразу съедаю все эти 5-7 грамм. У меня маленькие шляпки. Это я делаю постепенно. Сначала полшляпки с утра. Потом где-то через 3, то есть пик его действия через 3 часа. Действует он часов 7-8. Но вот пик происходит через 3-4 часа. Вот я жду, когда 3 часа пройдет или 4, съедаю еще чуть-чуть, еще, чтобы не переборщить. И довожу это вот до этого звона, до этого гулкого ощущения в ушах, когда чуть-чуть оно такое приглушенное становится. Если вы не знаете этого, вы на это просто не обратите внимания. Ну, покажется вам, у вас чуть-чуть уши заложило, или там, ну, чуть-чуть какое-то такое... Да, выше продуваешь. Да, мне кажется, у меня заложило. Да, да, да. Вот оно как раз это. Вот это то характерное состояние, которое нужно поймать. Если оно пришло, вот, сразу начинаешь об этом думать. Вот здесь мухомор начинает с тобой разговаривать. Он начинает тебе говорить: так, давай теперь посмотрим, что у тебя происходит. И выявляет вот те вещи, которые или тебя беспокоят, или о которых ты не знаешь. Но мне кажется, скорее всего, только которые тебя беспокоят, которыми забита твоя башка. И он начинает, ну, как бы тебе воздавать вот то, что ты хочешь, но не можешь в это поверить. Например, мы не можем поверить в то, что мы выпрямимся. Мы не можем поверить в то, что у нас какая-то, если у нас есть какая-то болезнь, что мы сейчас от нее избавимся. И он начинает от нее избавлять. Он просто начинает тебе помогать. Вот давай, ты хочешь этого? Давай, убирай. Вот моя сутулость, это была моя, вот просто я каждый день об этом думаю. Блин, какой я сутулый уебок. И вдруг... Я ничего для этого не делаю. Я начинаю распространять. Потому что я вот сходил тут на одно занятие, очень хорошее, мне дико понравилось, где мне тоже за одно занятие выправили спину. Но туда надо ходить там, в течение года. И вот, да, всю жизнь туда надо ходить. И я вот день один походил прямой, на второй день начал об этом думать. Думаю, ну, у меня нет времени ходить туда. Думаю, ну, буду все время об этом думать. Я заебался себя выправлять. Каждый там, час я вдруг вспоминал, оп, выправлялся. И, ну, понимал, что опять сутулюсь. Юльку поправляю, потому что она тоже классно выглядит, когда прямая. Вот. И вдруг я перестал об этом думать вдруг. Потому что меня вот понесло. Голова очистилась. Я чувствую, что вот она как будто, ну, как воздушный шарик. Хоп, и вверх меня потащила. Воздушный шарик. Ну, правда. Башка, вот, ощущение, что она воздушный шарик, и она тебя несет над землей. Она тебя поднимает. Это, понимаете, вот сейчас, я бы не хотел, чтобы вы сейчас вот все бросили сейчас эти мухоморы жрать. Я еще раз вам говорю. Надо изучить эту тему. Он сразу с вами не будет работать таким образом. Вы будете ждать каких-то эффектов. Но все эффекты, которые с вами могли произойти в жизни, они уже произошли. Он убирает, то есть вытряхивает из головы. Вот ждать, ну давай, вытряхивай. Ну что-то ничего не вытряхивается, я вот сижу, думаю. Да, оно так не будет. Более того, в этом состоянии вы можете поймать бэд. Вы можете поймать агрессию. И это очень часто происходит с людьми, когда мне... Я сам это ощущаю в себе. То есть агрессивность. Какая-то вот, блин, человек стоит, что-то мешает, ты прям хочешь его раздавить. Это тоже он указывает на этот момент, говорит, убирай это. И вот в этот момент, когда ты эту агрессию чувствуешь под мухой, ты ее можешь с легкостью убрать. Он тебе помогает в этот момент. Но также и пойти на поводу у своих эмоций. И он уже ничего не сделает, если ты не посодействуешь ему. Вот. Все, что, на что он указывает, в этот момент ты можешь убрать. Не знаю, головная боль. Бум! Ты можешь сейчас... Ай, что-то башка заболела, наверное, от мухоморов. Да, голова болит. Давай таблетку выпьем. Ну и пей, говорит он. Или давай уберем, и я тебе помогу. Просто давай, убирай. Я не знаю как. Вот как-то он как-то это там алгоритм поведения и какого-то вот весь набор... действий, он сам подсказывает. Ты просто берешь и делаешь это, не понимаешь почему.
Не понимаешь, почему.